Районная тепловая станция отапливает более 320 жилых домов, а также детские сады, школы и другие социальные объекты. Котельная на данный момент по загрузке работает 4 котла, это ПТВМ-80, мощность источника суммарная 240 гигакалорий в час. Вот, котлы нагружены примерно процентов на 80-90. Работа котельной полностью автоматизирована. Операторы лишь следят за тем, чтобы техника работала исправно. На графике, который висит здесь же, можно посмотреть зависимость температуры в наших батареях от погоды на улице. Температура наружного воздуха минус 12 градусов. Сейчас в сети идет 115 градусов и 70. То, что мы держим. И, соответственно, в домах это будет? В домах подача в радиатор отопления в квартирном жилом фонде, соответственно, будет на обратном трубопроводе будет держаться 55,3. Парк техники Видновского ПТО ГХ насчитывает более 73 единиц. Это автомобили для аварийно-восстановительных работ, экскаваторы, техника для ликвидации последствий нештатных ситуаций. В период пониженных температур нагрузка на сеть возрастает, но благодаря большой предварительной подготовке количество аварийных случаев не увеличивается. Техника работает в круглосуточном режиме. То есть это дежурный персонал, который находится на смене, это дежурные бригады, которые находятся в каждой из служб. Это производственная служба водоканала, производственная служба теплосеть. Вот. Ликвидируем своевременно, потому что времени у нас всегда очень мало. Современное оборудование, которым оснащены это и другие тепловые станции на территории Ленинского городского округа, позволяет работать котельным в интенсивном режиме сколь угодно долго, но бережливым хозяевам из ПТО ГХ это не совсем по душе. Проектная мощность, она предусмотрена, что в таком режиме она может функционировать достаточно длительное время. Но, конечно, мы как эксплуатационщики не очень любим такие отрицательные температуры, потому что идет повышенный износ оборудования. Таким образом, жители могут быть уверены, тепло в доме будет при любых холодах. А если и приключится неприятность, специалисты Видновского ПТО ГХ помогут с ней справиться. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.